Всем привет, с вами Геймгуру, меня зовут Александр, и сегодня к нам в редакцию попала вот такая вот коллекционочка Watch Dogs 2, которую нам прислали наши друзья из Ubisoft. В общем, такая вот интересная коробка, на задней части можно увидеть, собственно, содержимое этой коллекционки. Я думаю, можно приступить к ее открытию. Происходит это дело вот так, снимается чехол. А само содержимое коробки достается вот таким вот нехитрым образом. Практически все ее содержимое занимает огромная фигурка главного героя игры Маркуса Холлоуэя. Выглядит она вот так. Я думаю, эти ребята просто отлично поладят. Вот здесь. Ну, собственно, помимо фигурки, здесь можно найти разные игровые материалы. Например, вот такой вот конверт, внутри которого можно отыскать арты из игры. Это различные промо-бумажки, непосредственно сам диск с игрой для PS4, который выглядит вот так, тут ничего необычного. Это различные бонусные внутриигровые материалы. Это коды на... Здесь набор с машинками, задание Зодиака. В общем, то, что вы получаете за предзаказ. Большая карта Сан-Франциско, которая наверняка поможет вам исследовать секреты виртуального города. Выглядит она вот так. И... напоследок вот такие наклеечки, которые можно налепить на холодильник. Мама будет довольна. Всем спасибо, с вами были Геймгуру и, собственно, коллекционка Watch Dogs. Спасибо, Ubisoft, всем пока.